Сегодня прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города в режиме онлайн. Тем для обсуждения было немало. Сфера безопасности дорожного движения на территории города, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и особое внимание уделили готовности к летнему периоду на дорогах города и плану реконструкции. Знаем, что закрываем участок, заблаговременно отработать эту ситуацию с ГИБДД, заблаговременно проинформировать по ТП «Север», мы об этом уже говорили, для того, чтобы информация у населения была заранее поступала и в том числе на сайт администрации и в социальные сети, для того, чтобы жители знали, что подарком это не было. Комиссия по безопасности дорожного движения собирается регулярно. К рассмотрению выносятся вопросы, поднимаемые как госавтоинспекцией, так и жителями города.